Тюмени объявили амнистию самовольщикам. Всем жителям частного сектора можно будет узаконить существующий водопровод без санкций со стороны водоканала. В прошлом году специалисты выявили почти 500 потребителей, которые не оформили документы. С начала этого года нашли еще 120 незаконных пользователей. Каждому выписан штраф около 70 тысяч рублей. Наша цель основная – это не оштрафовать людей, а все-таки узаконить отношения с нашими потребителями, которые получают услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Поэтому все, кто сейчас самовольно пользуется водой, мы все-таки призываем обратиться в водоканал. Можно по телефону 540-940 узаконить свои отношения, тогда можно будет избежать тех штрафных санкций, то есть это порядка 70 тысяч рублей штрафа, которые предусмотрены согласно федеральному закону. Ежегодно только выявленные самовольщики воровали десятки тысяч кубометров воды, а это миллионы рублей.